В молодежном центре города Сланцы подвели итоги конкурса молодежных инициатив под названием «Если бы я мог, я бы сделал так», который был организован и проведен при поддержке депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. Всего на конкурс было подано 8 работ. Участникам предлагалось внести свои предложения или идеи по развитию города Сланцы и Сланцевского района в целом, которые, по их мнению, могли бы создать положительный имидж и дать возможность развивать и приумножать ресурсы нашего города и района. Проходило народное голосование в официальной группе молодежного центра в социальной сети ВКонтакте. На протяжении 2 недель люди голосовали за проект, который им наиболее понравится. Но конкурсная комиссия имела право не ориентироваться на народное голосование и выбрать своего победителя. Были представлены работы по разукрашиванию города, по благоустройству города, просто по каким-то добровольным таким волонтерским делам. Были представлены работы, опять же, по созданию веревочного парка, по созданию прогулочного парка с установкой там малых архитектурных форм, например. Было предложено расписать китайскую стену в формате граффити. Много чего интересного. Еще ребята хотели страйкбольный клуб установить в нашем районе. В итоге диплом победителя и сертификат на 5000 рублей получил проект инспектора-кинолога Ивана Гилева о создании в нашем городе учебно-дрессировочной площадки для собак. Сам он по уважительным причинам, к сожалению, не смог присутствовать на награждении. И теперь в дальнейшем нужно будет не останавливаться на подаче только вот на этот конкурс этой идеи, нужно будет ее разрабатывать дальше, детально прорабатывать, прописывать, ну, готовить такой полноценный, настоящий, масштабный проект. Также дипломы и сертификаты на 3000 рублей получили и 2 проекта, занявшие призовые места. А остальным участникам была объявлена благодарность и вручены подарочные карты на 1000 рублей. Все подарки были предоставлены депутатам областного парламента Владимиром Петровым, а церемонию награждения помогла провести его помощник Ирина Бабкова. Все счастливы, все довольны, но главное тот вывод, который мы вместе все сделали, что не нужно быть главой города, не нужно быть депутатом законодательного собрания, чтобы реализовывать свои идеи. Нужно стремиться к этому и добиваться того, чего тебе хочется, не останавливаться на достигнутом, а уже все остальные, они обязательно помогут, видя твою инициативу, видя твою активность и видя твое нескончаемое рвение. Так что всем удачи, на этом конкурсы наши не заканчиваются. Добро пожаловать в молодежный центр.